Статья 12.5.1.1. Часть 1.1. То есть у него не пройден техосмотр в установленном порядке. Диагностическая карта. Штраф за это нарушение – 2000 рублей. Начало долгого разговора сулит нарушителю материальное взыскание. Законопослушный водитель, как правило, в патрульной машине не оказывается. С пожеланием доброго пути он едет дальше по своим делам. 25.1. В отношении которого ведется дело о некоторых правонарушениях, праве знакомиться с материалом, заявлять от года, казаться в пользу юридической помощи защиты. Правоохранители проверяют наличие действующей диагностической карты, подтверждающей допуск машины к участию в дорожном движении, лицензию для перевозки пассажиров. Кольцо СУ-5 – одно из мест, где автоинспекторы чаще всего оказываются на посту. Здесь наиболее плотный поток. Название рейда «автобус» говорит само за себя. В зоне внимания стражей дорожного порядка – микро- и полноразмерные автобусы. В соответствии с пунктом 2.1.2 правил дорожного движения Российской Федерации, водителями механического транспортного средства обязаны при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями, иметь необходимые документы на данные транспортные средства. За время рейда экипаж ДПС осмотрел 15 автобусов и выявил двух нарушителей. Первый был без диагностической карты, у второго оказалось неисправным газовое оборудование. С начала года автоинспекторы района выписали уже 20 штрафов водителям пассажирского транспорта. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.